четверг в Самарской области будет пасмурная погода с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег. Дневная температура воздуха -12, -16 градусов. Ночью 19-21, ниже 0. В Сызрани ясное небо без осадков. Днем -15 градусов. Ночью -19. Ветер юго-восточный. Скорость 1 метр в секунду. В Тольятти ясно, днем -12, ночью 19 градусов ниже 0, ветер южный 1 метр в секунду. В Самаре пасмурная погода, но без осадков, температура днем 15 градусов ниже 0, ночью до 20 мороза, ветер восточного направления 1 метр в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 63%, геомагнитное поле относительно спокойное. Прогноз погоды предоставлен независимым городским сайтом samara24.ru.